Привет, привет, привет! Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Что-то давно я такой формат не делала, а мне нравится. Вы знаете, это приятное с полезным. Телефон так стоит, что я смогу смотреть и на вас, и на дорогу. И я еду на работу и хочу с вами поговорить. Я уже соскучилась по вам, давно я такие видео не снимала, я имею в виду, где я именно лицо, все время руки. Ну, я все-таки делаю практики и делаю расклады, а расклады и практики – это все-таки голос и руки. Вот, неудобно делать расклад, когда и лицо, и руки – это... Вообще ничего не видно, но не важно. Это не важно. Ну что, сегодня я хочу поговорить с вами о числах, о цифрах, о числах, нумерология немножечко. Немножечко затронем сегодня нумерологию. Как вам, вы все знаете, особенно те, кто постоянно смотрит меня, я начала серию видео «Архангелы и ангелы». Хранители, именно для того, чтобы вы немножечко глубже узнали информацию об архангелах и ангелах-хранителях. Я сама вот углубилась в эту тему, и мне так интересно, это действительно очень интересно. Начинаешь еще понимать многие вещи, которые с тобой происходят иногда, вот, потому что действительно каждый из нас имеет, у каждого из нас есть хотя бы 3 ангела-хранителя, а еще мы можем обращаться к тем ангелам-хранителям, к тем архангелам, вот как мы чувствуем. Вот тут уже все на уровне ваших ощущений, на уровне вашей интуиции. Как вам хочется, так вы и делаете. Именно вот по ощущениям. Ну, а сегодня я вот хочу вам рассказать насчет комбинации цифр. Начну я, конечно же, с комбинации единиц. Бывает у вас такое, что вы видите комбинацию из 3 единиц или 4 единиц. Иногда смотрю на часы и вижу 4 единицы, например, 11-11. А так как у нас 12-часовая система, у нас утро и после обеда называется время, поэтому я даже 2 раза в день могу видеть 11-11. Так вот, когда вы видите эту комбинацию, это тоже сообщение от ваших ангелов-хранителей. Они вам пытаются сказать, что ваши цели, я вот пытаюсь построить правильно предложение, что ваши цели достижимы, что все, что вы хотите, достижимо. Только вам надо избавиться от неуверенности, избавиться от ваших внутренних ограничений и действовать. Именно действовать. Вы знаете, вот в движении вы находите все больше и больше подтверждение, что вы можете. Ну и главное, конечно, понимать, что при любой ситуации вы достойны. Вы достойны, и позвольте себе именно принять. А эта комбинация цифр, она придает вот именно вот эту уверенность, вот это ощущение того, что я могу. Так что, если вы ее видите, вот это то, что вам пытаются сказать ангелы-хранители, что все в ваших руках, главное, имейте вот эту уверенность и, конечно, стремление, надо стремиться, ведь под лежачий камень вода не течет, и это действительно так, если вы будете просто лежать на диване, то вы же понимаете, деньги с неба не свалятся, и партнер не прискачет на белом коне. Давайте так. Все равно для того, чтобы что-то достичь, надо что-то вложить. Это точно обмен энергии. И еще что хочу сказать. Почему бы вот
я знаю, что с меня иногда смеются. У меня на запястье я иногда там рисую, например, себе руну вуньё. Ну, с рунами я тоже работаю, просто еще не дошла до съемок видео по рунам. Когда она, ну, скоро начну, я просто не могу все сразу. Так я иногда рисую руну вуньё, которая означает счастье, радость и удовольствие. И для того, особенно если утром встала и вот чувствую, что что-то не так, что настроение не такое, как я хотела бы, так я рисую. Так точно так же, почему бы вам на запястье не нарисовать 4 единички? Попробуйте. Оно не навредит, это точно. А помочь? Помочь найти ответ, помочь двигаться вперед, помочь найти вот эти вот решения задач, которые вы не могли найти, может. И, ну и опять же, все в ваших руках и зависит от того, верите вы, не верите. Ведь только если вы верите, оно действительно для вас работает. То, во что вы не верите, никогда не произойдет. Поэтому иногда бывает, что вы чего-то хотите, у вас вот какое-то желание, и вам кажется, что это желание, оно такое вот острое, вы этого хотите, но при всем при том вы думаете об отсутствии того, чего вы желаете. И, конечно же, вы получаете это отсутствие. Да, это немножко непривычно именно... так как нас когда-то учили. И самое интересное, что это не только у русскоговорящих. Я же работаю и с англоговорящими. У меня много есть клиентов, кверентов, которые говорят на английском. И, как, и общаясь с ними, я понимаю, что у них это немножко другая ментальность, но все равно... точно так же, как и нас, русскоговорящих, их учили не совсем так, как вот на сегодняшний день я понимаю. Поэтому концентрируйтесь именно на результате. И да, тут это работа над собой, и тут действительно иногда надо волевым движением, движением мысли, я имею в виду, не физическим волевым движением, а волевым движением мысли, надо просто заставить себя думать позитивно и думать о результате, а не о том, что происходит вокруг вас. Ну и вот эта комбинация из 4 единиц может вам помочь. Она может помочь вам действительно переключиться, переключить свои мысли. Но и это помощь и ангелов-хранителей тоже. Так что пользуйтесь на здоровье и, надеюсь, вам это поможет. Мне помогает. И я, кстати, расшифровала, ну не расшифровала, я просто... собрала информацию уже по разным комбинациям цифр и буду потихонечку вам это все рассказывать. А на сегодня все. Я очень рада была вас всех видеть. Увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока-пока!